Верь в себя. Это одна из самых популярных моралей почти всех детских фильмов и телешоу. И не только детских. Эта мантра предлагается и взрослым. Верить в себя обычно значит, если ты вложишь свой разум во что-то, то сможешь все. Но это неправда. Есть множество вещей, которые вы не можете и никогда не сможете сделать. Многие люди тянулись за мечтами, которые никогда не осуществились, несмотря на то, что они вложили в них все. Иногда, чтобы получить то, что вы хотите, вам придется принести в жертву нечто куда более важное, чем ваша мечта. Например, вашу веру, мораль, вашу семью или чью-то жизнь. Я бы не смогла этого достичь, не воспользовавшись правом выбора для женщин. В притчах 28:26 написано: «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». В Иеремии 17:5 говорится: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть, делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Иисус никогда не говорил «верь в себя». Он говорил «умереть для себя». «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Иисус сказал: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет».